Значит, вот такую находку мы нашли, когда разбирали старый сарай. Москвич-426, но это именно советский. Стоял там, правда, вот попала на него какая-то хуйня, видимо, растворитель. Ну, это нужно будет все убрать. У него, значит, открывается капот. Детализированный двигатель, так более-менее. В принципе, машина в хорошем состоянии, не считая лакокрасочного покрытия. Вот подвесочка. То есть, Москвич двигается. Вот. Такая вот интересная хуйня.